Итак, добрый вечер, слушатели, уважаемые. Мы начинаем. Сегодня у нас вебинар. Вебинар по теме Bittrex. Традиционно немножко расскажу о себе, о нас, и мы начнем нашу тему. Тема у нас будет посвящена изменениям в лицензионной политике, которые произошли в Bittrex, и заодно мы, соответственно, изменили наши курсы по администрированию, как минимум, приведя их в соответствие с нынешней лицензионной политикой Bittrex. И об этом как раз и будет сегодняшний разговор. После того, как, собственно, основная часть будет завершена, я с удовольствием отвечу на вопросы. Вопросы можно задавать также по ходу нашего занятия. Но это не сказать, чтобы занятие, это именно вебинар. Если сказать совсем кратко, то эта форма в нашем центре, она для наших выпускников, для тех, кто собирается прийти к нам, для тех, кто просто интересуется какими-то определенными темами. В принципе, это открытая форма, она не предполагает лекционности какой-то, она предполагает простой обычный диалог, ну и определенную, конечно, какую-то новостную информацию, которую я постараюсь раскрыть. Поэтому, собственно говоря, вопросы, с чего я начал, можно задавать прямо по ходу, это нормально, то есть дискуссии какие-то возможные и так далее. Занятия у нас... Опять же, не занятие, а встреча, скорее, будет достаточно короткая, это будет 45 минут. Но я думаю, нам этого хватит для того, чтобы рассмотреть наши интересующие темы. Итак, у нас есть слушатели на вебинаре, у нас есть слушатели в аудитории. Возможно, кто-то еще присоединится по ходу нашего мероприятия. Всем рады, всех приветствую. Итак, меня зовут Яков Михайлович, фамилия моя Васин. На сайте Центра специалист можно найти информацию обо мне, краткую, мои сертификации и, соответственно, расписание курсов, а также отзывы о моей работе. То есть, если кто-то не знаком еще со мной, всегда может найти подробную исчерпывающую информацию обо мне. По Bittrex, я с Bittrex уже работаю давно, уже больше, наверное, 10 лет или около этого. И в настоящий момент являюсь аттестованным, сертифицированным преподавателем курса Bittrex администрирования. Об этом есть сертификат соответствующий, вот здесь, по-моему, он находится, выданный, соответственно, самим Bittrex. Также имеет целый ряд сертификаций по различным направлениям Bittrex. Это администрирование, установка и контент-менеджмент и так далее. Кстати, о сертификациях Bittrex, возможно, если будут вопросы, я тоже с удовольствием расскажу несколько позже, после нашего занятия. Итак, непосредственно к теме наших курсов, во-первых, потому что в Bittrex у нас несколько курсов. Это один из них управление сайтом администрирования, второй из них это уже непосредственно управление разработкой. И как раз-таки, вот как я сказал, сегодняшняя встреча посвящена, во-первых, изменениям, которые произошли у нас и в программе, и в описании модулей, например, с чем можно как раз познакомиться на сайте. Курс называется Bittrex управления сайтом администрирования. Этот курс веду как раз я. И также обо мне здесь есть и вся необходимая информация по самому курсу. После чего я перехожу плавно к самому Bittrex. Итак, довольно долго, а в буквальном смысле это было несколько лет, ну, может быть, около 5 лет, у Bittrex была довольно стабильная, статичная практически линейка редакций. Вообще, если сказать чуть широко, то у Bittrex есть понятие «продукты». Под продуктами вот тут вот мы понимаем большой довольно спектр решений. Это в первую очередь управление сайтом, сокращенное во всем. На рынке давно уже называют бусом Bittrex управление сайт. Корпоративный портал – отдельное решение, которое не связано с бусом, а является самостоятельным решением, хотя базируется на той же платформе. Это различного рода такие решения, как, например, виртуальная машина, с которой мы обязательно знакомимся на нашем курсе.
Обязательно ее рассматриваем, потому что это фактически enterprise класса решения, то есть имеется в виду, что ее могут применять самые крупные организации, хостинг-провайдеры, дата-центры для разворачивания полноценного виртуального хостинга для битриксовых платформ. Ну и целый ряд других таких решений, как композитный сайт, мобильные приложения и другие вещи. Соответственно, у нас, конечно, речь идет в первую очередь об управлении сайтом. И вот именно об этом продукте я хочу сейчас поговорить как раз. Изменения можно легко найти на вкладочке либо лицензии, управления продуктом. Например, вот в разделе лицензии можно будет увидеть все редакции, имеющиеся в настоящий момент в линейке продуктов. И именно вот об этом как раз я хотел поговорить, потому что эта линейка полностью, ну, нельзя сказать полностью, но очень заметно трансформировалась. Это произошло уже, конечно, несколько месяцев назад. Это, по-моему, еще сентябрьское было решение. Но вот поскольку изменения определенное время занимают, вот сейчас мы уже полностью адаптировали наш курс, внесли изменения в описание и так далее, теперь он идет, будет идти в соответствии с новой линейкой продуктов. И в первую очередь эти изменения, вот как раз они затронули и наши обучающие курсы, я уверен, и других компаний это тоже на них отразилось. В первую очередь мы видим набор редакций старт, стандарт, малый бизнес, бизнес и enterprise. Во-первых, так называемый первый сайт, редакция, которую мы сейчас не видим, она окончательно почила в базе. Но никто, наверное, особо и не расстроился, потому что это была какая-то полуредакция, хотя, возможно, на какое-то время она была интересна рынку. Главная ее цель была предложить за очень небольшие какие-то деньги начинающим совсем уж разработчикам, владельцам сайтов создать хоть какую-то, ну, хоть какой-то небольшой интернет-проект, и потом, соответственно, уже возможность его была трансформировать в битриксовые старшие редакции, но сейчас его уже нет, и это не самое интересное. Редакция старт, она была, осталась, редакция стандарт, с ней тоже изменений не произошло почти, за очень серьезными изменениями, о которых именно я и буду говорить. И была редакция, которая называлась эксперт. Вот здесь мы ее как раз и не видим, и это главная, собственно, причина вообще моего сегодняшнего выступления и нашей встречи, и того, о чем я хотел рассказать. Дело в том, что логично разделить решение Битрикса на решение для e-commerce, ну или, по-другому говоря, правильно говорить, для интернет-магазинов и решение для всех остальных веб-ресурсов. Вот как раз две редакции «Малый бизнес» и «Бизнес», они небольшие изменения претерпели. В них как раз именно находится решение под названием «Интернет-магазин». Вот оно здесь отображено. У малого бизнеса, очевидно, очень базовая комплектация, там не такой большой набор функциональных возможностей. У бизнеса, естественно, их максимальное количество. Вообще отличие редакций между собой – это функциональность. Конечно, это наличие модулей, и чем старше редакция, тем этих возможностей больше. Естественно, меняется и цена. Но обратите внимание на то, что сейчас идет традиционная для Битрикса предновогодняя распродажа, и Битрикс предлагает свои решения с хорошими скидками. Вот здесь это как раз видно. Пользуйтесь этими возможностями, если у кого-то есть желание, во-первых, продлить лицензию, если она у вас уже есть. Вот здесь же можно найти вкладочку «Продление лицензии», выбрать ваш лицензионный ключ и автоматически посмотреть, какова будет цена продления. А также можно переходить между лицензиями. Традиционно у Битрикса политика строится так, что если ты хочешь сменить редакцию, например, со старта на стандарт, тебе нужно доплатить разницу между этими двумя редакциями. И сейчас, ввиду скидок, эта цена также снижена и получается дешевле. Но скорее мы сегодня не об этом хотим говорить, не о скидках, а о том, что
редакция «Эксперт», которая была ранее старшей в линейке редакции для не интернет-магазинов, то есть малый бизнес и бизнес мы сейчас оставим в сторонке, она полностью была убрана. В этой редакции было очень много интересных решений, модулей, которые сейчас, соответственно, полностью растворились из вот этого блока. В частности, в редакции «Эксперт» был модуль веб-аналитики, например. Это внутренний встроенный серверный вариант веб-аналитики Bittrex, который являлся таким серьезным альтернативным решением, известным всем Яндекс.Метрике и Google Аналитике, не потому, что у него возможности какие-то были большие, конечно, здесь он не мог конкурировать, а скорее потому, что там возможность была собирать данные именно на стороне сервера, а не на стороне клиента. И таким образом это был совершенно альтернативный метод ведения веб-аналитики. Но он был в редакции «Эксперт». Наши курсы были построены всегда традиционно по именно этому направлению, по Bittrex-администрированию, так, что мы опирались именно на старшую редакцию, не интернет-магазина. Причина довольно проста. Редакция интернет-магазина требует совершенно отдельных, ну, во-первых, демонстрационных стендов для работы. То есть это должны быть определенные, опять же, базы с товарными позициями. У этих редакций функционал ориентирован именно на продажи. Для администрирования таких интернет-ресурсов, как правило, требуются не просто компетенции, скажем так, контент-редактора. Здесь в большинстве случаев обязательно наличествовал какой-то технический специалист. Чаще всего интеграция с CRM-системами здесь выполняется. В большинстве случаев с 1С-предприятием, либо с какими-то другими решениями. И все это вообще не укладывается в тот объем курса, который у нас сейчас есть. Это, напомню, 3 учебных занятия, 3 дня. И вообще по этому направлению стоит, конечно же, рассматривать отдельный курс. Это нужно, опять же, не всем. Не у всех владельцев интернет-ресурсов есть интернет-магазин, но у всех владельцев, кто работает на Bittrex, неважно, интернет-магазин это или нет, есть задачи по его администрированию. Таким образом, вот наш курс как раз ориентировался и продолжает ориентироваться на тех, кому нужны все возможности Bittrex, исключая вот именно интернет-магазинную тематику, о которой нужно говорить отдельно. И редакция «Эксперт» как раз предлагала нам все эти возможности Bittrex, но Bittrex ее полностью упразднил, соответственно, сократил количество редакций, которые предлагают решение обычных интернет-ресурсов. Как я уже сказал, первый сайт исчез, и исчезла «Эксперт». И в этой связи, соответственно, у нас происходят соответствующие же изменения редакционной политики Bittrex, изменения и в курсах. То есть мы переориентируемся на новую редакцию стандарт. Теперь это старшая редакция в линейке Bittrex. В эту редакцию теперь входит все, что фактически есть в редакции, например, «Малый бизнес», но без интернет-магазина. Вот здесь можно, опять же, по сравнению увидеть, что практически они идентичны по своим возможностям. Интернет-магазин, очевидно, что есть только в редакциях интернет-магазинных. Кроме того, вот есть небольшие отличия по e-mail-маркетингу и по АБ-тестированию, например, в стандарте и в малом бизнесе они отличаются. Это логично, потому что для интернет-магазинов e-mail-рассылки, триггерные e-mail-рассылки и другие функции, в принципе, более востребованы. Производительность. Здесь мы видим пульс конверсии. Опять же, эта функция интересная для интернет-магазинов. Также мобильное приложение интернет-магазина и технологии Push and Pull различного рода уведомлений. Они также присутствуют в интернет-магазинах, но их нет в стандарте. В остальном отличий между этими редакциями нет.
Мы ориентируемся, соответственно, при построении нашего курса в первую очередь на стандарт. И тут я бы хотел рассказать о том, что в стандарте есть. Особенно такого, чего не было в том же, например, эксперте. То есть, несмотря на то, что мы потеряли ту же, например, веб-аналитику, допустим, я думаю, что причина простая, потому что очень многие владельцы сайтов ею просто не пользовались. Ну и, возможно, наверное, по этой причине Bittrex как раз и сократил эту редакцию. И также еще в редакции «Эксперт» была довольно мощный модуль. Это рекламный модуль с различного рода настройками баннерных показов, например, и другими вещами. Теперь они также формально упразднены. В реальности, в редакции, в частности, стандарт их нет. Зато Bittrex радует нас дополнительными новыми возможностями, которые мы вот как раз включили в наш курс, обязательно рассматриваем их на наших занятиях. К ним относится такое интересное решение, как, вот как давайте посмотрим на маркетинг. Да, это SEO-модуль, понятно, он и был, с интеграцией с Bittrex 24, веб-форма мы обязательно рассматриваем, опросы, подписка и рассылки. Тут надо сказать, что у этого модуля есть определенные как сторонники, так и наоборот противники, потому что подписка – вещь очень важная для любого современного интернет-проекта, не обязательно это интернет-магазин или нет, но вот рассылки, они сейчас чаще всего реализуются через сторонние сервисы, специализированные сервисы, которые занимаются именно профессиональными e-mail-рассылками. Причины довольно простые. Если вы начинаете очень активно заниматься e-mail-рассылками, делая это через Bittrex, таким образом реализуя эти рассылки со своего веб-сервера, есть шансы попадания под различные спам-фильтры у провайдеров, соответственно, поставщиков интернета. И как следствие, такие, соответственно, письма могут не доходить до адресата, попадать в папки спам. И, в общем, эффективность и контроль здесь несколько ниже, чем у решений специализированных, опять же. Я сейчас просто озвучил, скажем так, точку зрения противников использования этого инструмента. Но, опять же, если у вас небольшой объем таких рассылок, небольшой объем адресной базы, то, в принципе, этот модуль можно, конечно, и использовать. E-mail маркетинг в полном объеме уже есть уже для интернет-магазинов. Кроме того, ну, мониторы по производительности, понятное визуальное масштабирование функции, кстати, тоже новенькое, но вполне интересное, о котором мы говорим, появились. И хотелось бы не забыть вот то, о чем я как раз сейчас хотел рассказать. Почему-то я не вижу даже здесь непосредственно в списке возможностей. Это новое решение, которое пришло на смену другим функциям редакции «Эксперт», которого не было ранее. Называется это решение, я думаю, все о нем слышали, это «Сайты 24». Осталось только найти у Bittrex его в списке. Вот оно, да, оно оказывается в самом верху, что логично. Да, это действительно бомбическая функция. И вот как раз у нас получается в курсе это отражено, мы как раз обязательно внесли эти изменения, мы убрали те функции, которые ушли вместе с редакцией «Эксперты», наоборот, добавили те возможности, которые появились в новой версии. Прекрасная презентация. Хотелось бы найти информацию по сайтам 24. Bittrex'а так не принято, видимо, делать. Ничего, мы люди наученные уже горьким опытом.
Ой, сори, но понятно, мы сейчас видео смотреть не будем, спасибо. Остается кратко, хотелось бы, конечно, на каких-то скриншотах показать это сейчас, но остается кратко рассказать о том, что из себя представляет этот инструмент. По факту, Bittrex расширил количество лицензий, которые мы можем создавать в рамках одного лицензионного продукта. Раньше это количество лицензий было ограничено. Здесь вот где-то Bittrex даже добавил это в сравнение. То есть мы могли создать в рамках одной лицензии, одного лицензионного ключа, не более двух сайтов. Теперь мы видим, что у нас изменилась лицензионная политика. Мы можем теперь создавать неограниченное количество сайтов, но работающих в рамках одного веб-сервера. То есть это серьезное изменение. Раньше приходилось... Каждый отдельный сайт, если вы собирались на одной лицензии добавлять сайтов, докупать как отдельную опцию, если количество сайтов превышало 2. Теперь мы видим, что у редакции Enterprise их может быть вообще от 4, что логично, опять же, потому что Enterprise включает в себя функции масштабирования, балансирования нагрузки, распределенные системы. То есть это и, соответственно, производительность и увеличение за счет масштабирования на несколько серверов и увеличение резервных копий, там, соответственно, позволяющих резервировать базы данных и так далее. Сейчас в новой парадигме Bittrex мы можем не ограничивать себя количеством сайтов, купив один раз лицензию. Все, что нам остается делать, это установить Bittrex один раз на один сервер, а дальше, благодаря технологии мультисайтовости, мы можем на этой редакции устанавливать неограниченное количество сайтов. У каждого из этих сайтов может быть свой отдельный доменный адрес, доменное имя, но, и, соответственно, управляться они будут с одного сервера, с одной... Ну, с одной CMS, с одной учетной записи. В этом нет никаких недостатков, скажем так. Сделано это в Bittrex достаточно удобно, за небольшими там исключениями. И в целом, и можно сказать, что вот это вот вообще гигантское изменение, действительно. Надо обязательно помнить о нем и радоваться ему, и, соответственно, теперь приобретение одной лицензии стало более выгодным мероприятием. И в связи с появлением вот этой функции под названием «Сайты 24», по факту мы получили возможность в рамках одной лицензии создавать неограниченное количество сайтов в рамках одного движка. По факту, сайты 24 – это внутренний модуль, который теперь входит в редакции все, которые есть у Bittrex, и он позволяет нам фактически конкурировать с различного рода всем хорошо известными так называемыми конструкторами. Не буду их называть, я думаю, все вы их знаете, их огромное сейчас количество появилось, и главным недостатком у этих конструкторов является то, что вы не можете в большинстве случаев иметь доступ к исходному коду системы, вы не можете очень часто вносить какие-то произвольные изменения в программный код, в HTML-код и так далее. Это понятно почему, потому что они, естественно, защищают свою систему от различного рода нецелевых, скажем так, вмешательств. Но, тем не менее, когда вы работаете на Bittrex и получаете такой же аналогичный конструктор, как вот альтернативное решение на рынке, вас вместе с несложным таким же по структуре, по факту конструктором, который предлагает нам альтернативное решение, еще и есть полноценный, полный доступ как к самой CMS,
к ее элементам управления, так и к исходному коду всего вашего ресурса, к HTML-коду, к созданию шаблонов, к редактированию шаблонов и так далее. Поэтому здесь можно сказать, что Bittrex заявил очень-очень сильное решение, и в ближайшее время наверняка это сделает для него, сделает Bittrex еще более популярным продуктом, поскольку очень часто сейчас используются так называемые лендинги для создания каких-то простых промо-страничек, которые используются для продвижения какого-то типового товара, продукта, услуги. Их задача представить основные характеристики вашего решения, вашего продукта, вашей услуги и дать главные ответы на самые интересующие вашу аудиторию вопросы. Конструктор, который встроен теперь в Bittrex, по сути дела эквивалентен тому, что мы видели на большинстве конструкторов на рынке. Вы можете выбирать из готовых шаблонов, и их действительно много, написано 35, в реальности эта цифра еще будет расти, и может даже уже выросла, то есть количество шаблонов пополняется, выбрать из них что-то интересное точно получится всем. В конструкторах, в шаблонах есть так называемые блоки, то есть вы можете страницу нашпиговать необходимыми вам блоками из готового каталога. Можно менять все, и дизайн, и тексты, и шрифты, добавлять анимацию, настраивать элементы управляющие, такие как кнопки, формы и так далее. При этом вы можете на странице, на эти страницы сайта 24 выводить любую информацию из инфоблоков вашего уже движка управления сайтом, например, товары, новости какие-то и другие элементы. Также вы получаете, используя вот эти стандартные шаблоны, адаптивную верстку под все устройства, включая мобильные. Таким образом, вам не надо заботиться о том, что ваш сайт будет некорректно отображаться на мобильных устройствах. А как вы знаете, в последнее время это стало вообще критичным. Поисковые машины начали обходить все сайты. Например, Google об этом прямо заявил, и Яндекс ему вторит. Будет обходить роботом именно мобильным, то есть в первую очередь все страницы сайтов проверяются на корректность отображения на мобильных устройствах, и только в случае отсутствия такового уже используется десктопная версия робота. Во-вторых, сайты, которые некорректно отображаются на мобильных устройствах, принудительно понижаются в результатах выдачи на таких устройствах поисковыми машинами и так далее и тому подобное. То есть без адекватной мобильной версии рассчитывать на хорошие позиции, на полный объем трафика не получается. К тому же мы знаем, что уже доля мобильных устройств в общем объеме трафика, она активно растет. Сейчас по разным данным она уже превышает то 35%, некоторые данные говорят, некоторые даже 50% уже говорят. Все это зависит, конечно, просто от тематики ресурса. И по факту вы сайт, который получаете, используя конструктор сайта 24, создаете на том же хостинге, то есть вы не приобретаете новый хостинг, вы купили один раз хостинг, разместили там Bittrex и все. Вам нет необходимости регистрировать какие-то дополнительные хостинг-услуги, приобретать. Все это можно сделать в рамках одного движка Bittrex. Это очень выгодно, опять же. Домен может находиться, а точнее сайты эти могут находиться как на вашем домене уже имеющемся, так и на новых каких-то. Вы можете подключать новые домены. И, наверное, вот это основные действительно достоинства. И надо добавить, что, ну вот здесь вот на картинке частично мы можем видеть, как это выглядит, то есть создавая новый сайт по факту внутри движка, мы получаем вот такой некоторый дизайн шаблона, где мы можем выбирать разные форматы отображения нашего шаблона, различные элементы, изменять цветовые палитры,
и так далее и тому подобное. Создав такой одностраничный ресурс, вы сможете его сразу же опубликовать, и он будет доступен вашей аудитории. То есть создание лендингов, промо-страниц, промо-сайтов стало предельно простым и встроенным прямо в механизмы Bittrex. Вот эта функция, конечно же, является сейчас киллер-фичей Bittrex. Недостатком является только одно. Сейчас на практике, используя этот инструмент, мы видим, что есть еще определенные недоработки. Он активно, постоянно дорабатывается, выходит обновление, изменения. То есть еще пока есть определенные шероховатости, но что логично для любого нового продукта, совершенно, а это новый совершенно продукт, это абсолютно новое решение, как я уже чуть раньше сказал, это потребовало даже изменить всю лицензионную политику Bittrex, поэтому еще некоторое время, возможно, при создании этих страниц мы будем сталкиваться с определенными неудобствами, но они преодолимы, решаемы, и готовые сайты на выходе нам гарантированы. Вот этот функционал мы и добавили в наш курс также, и, соответственно, с сегодняшнего, как минимум, дня мы будем вести наш курс по новым правилам, по новой программе. Это то, что я хотел рассказать. В общем, у нас осталось совсем немного времени, около 10 минут, и я хотел бы ответить на вопросы, если они есть в оставшееся время. И повторюсь, что я в рамках нашего центра веду массу курсов, не только по Bittrex. Если у кого-то есть вопросы по другим тематикам, по интернет-маркетингу, по рекламе контекстной, по SEO, по, соответственно, там, управлению интернет-проектом, если у кого-то есть вопросы по тому, как выбрать обучение или какие лучше посмотреть темы, или кто-то проходил у нас какие-то курсы, у него какие-то вопросы возникли, я с удовольствием на них отвечу. Угу. Вопрос, чтобы было слышно и нашим слушателям на вебинаре, насчет того, будет ли у нас еще какой-то более углубленный курс. В настоящий момент пока его нет, за исключением другого курса. Я на всякий случай о нем скажу, что у нас есть еще возможность пройти обучение по разработке на Bittrex. То есть вот если кому-то интересно именно собственно, создание своего сайта, не просто его администрирование, хотя мы в рамках курса по администрированию рассматриваем очень много технически сложных аспектов, то есть мы максимально затрагиваем вопросы безопасности и так далее, то есть у нас администрирование не касается только созданием текстов, там изменения шрифта на черненький, на беленький, нет. То есть мы, конечно, максимально работаем именно со всем инструментарием визуальным, который есть в админке. Но есть отдельный курс по именно разработке. Он называется Bittrex «Быстрый старт разработчика». Если кому-то интересно, его вы также его легко найдете у нас на сайте. И вот его я бы рекомендовал как курс продолжения в настоящий момент, поскольку он позволит познакомиться уже более детально с начинкой системы, вот этот курс. А также у нас появился Bittrex 24. Это совсем новый курс, появился абсолютно недавно. Bittrex 24 – это еще одно решение в рамках списка решений Bittrex. Здесь вот они его для удобства своих клиентов не показывают. Это тайный секретный сервис от Bittrex. Я, конечно, шучу, естественно. Да. Дело в том, что они очень удобно сделали его, найти можно только тем, кто знает о нем. Вот, он находится действительно на другом домене. И вот такой курс тоже уже заявлен. И вы видите, я его не веду, правда, ведет его наш новый, не новый, даже неправильно говорю, наш преподаватель с большим опытом работы с CRM-системами, поскольку в Bittrex очень мощные функции, в Bittrex 24, я имею в виду именно CRM.
то вот такой курс уже заявлен, осталось только дождаться, когда он официально будет объявлен, но если кого-то интересует эта тема, он может запросто позвонить нашим администраторам, группа будет поставлена в самое ближайшее время. Таким образом, вот что я бы посоветовал всем, кто собирается там погружаться в более глубокие детали. Единственное, что, да, сейчас еще скажу, ну вот, отдельно по интернет-магазину у нас тоже готовится такой курс, но пока еще вот он не заявлен. Это еще одно направление, которое у нас будет открыто чуть попозже. А, да. Хотелось бы уточнить, я вот смотрю второй курс, более углубленный, рабочий. Я так понял, там останавливались всего лишь только на настройке модуля, да? То есть глубже уже на создание собственных модулей? Не-не-не, там как раз... Мне даже кажется, там была такая прямо тема заявлена, создание собственных модулей. Сейчас. Настройка, интеграция. Ну, да, написано кастомизация здесь. Но под кастомизацией по факту понимается, конечно, понимание полной структуры модуля. И, в общем-то, человек, который умеет видоизменять существующее, он и свои может создавать. То есть, в целом, я думаю, что человек в объеме этого курса, освоивший программу, он сможет в том числе создавать и собственные модули также. А глубже нет. Да, вот более глубоких погружений здесь у нас нет. Пространство, ядро. D7 и так далее, да, это уже более подробно, я думаю, стоит, наверное, уже как-то... Нет, почему они же от старого ядра будут отказываться в ближайшее время, так как очень сильно рекламируют новое ядро, и возникнет очень много работы. Да. Старого на новое. Да, 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 да. Вот D7, который они на самом деле еще там всего сколько, может, года два назад они его объявили, теперь уже опять меняется. А, да, но они при этом летом какую-то поддержку каких-то старых версий, старых ядер, уже совершенно старых, уже отменили. Сейчас они поменяли редакции. Ну, тоже неправда. Сейчас где-то там меньше, чем полгода назад. Ну, да, с сентября где-то официально. И они меньше, все, что меньше 10-й версии, наверное, тоже все закроют. И я смотрел на эти ядро, да, там все по-другому, там все интересно. Вероятно, все это цепочка одних и тех же событий, да, ведется все туда, к тому, чтобы полностью переехать на абсолютно новое API, на новое ядро, и это все здорово, но Bittrex, у него есть, ну, с одной стороны, огромнейшее преимущество, наверное, это то, почему он и завоевал рынок, то, что он как раз соблюдает совместимость обратную, он ее поддерживает максимально, насколько это возможно, но, с другой стороны, это мешает внедрению новых новинок, каких-то, конечно. С одной стороны, система, она такая заскорузлая становится, то есть перевести на новые, опять же, на новую платформу, на новое ядро довольно сложно становится ее. Но вот отказ от поддержки старых они предпринимают, как правило, тогда, когда удается большую там часть, у них есть такая статистика, какое количество проектов работает уже на новых версиях ядра, и как только они видят, что большую часть пользователей они не пострадают, то есть они все равно не могут просто взять и сказать, ребята, мы перешли на новое ядро, все, кто не перешел, это ваша проблема. Поскольку это коммерческий продукт, они не могут так обратить, ну, так поступить с рынком, поэтому они, конечно, стараются сделать все, чтобы, ну, вот всех, включая тех, кто там стоит, сидит на каких-то уже там десятилетней давности версиях, чтобы их перевести на новые, там, и часто это делается с помощью техподдержки, вручную, нередко и так далее. То есть Bittrex в этом смысле, конечно, ну, заботится о своих клиентах. Но... Это прекрасно получилось. Они все старые файлы оставляют даже в старых папках. Да. Для нового ядра они создали новый каталог. Абсолютно новый каталог. Для... И именно для этих целей все это и сделано. Но вот как раз мы ждем в этой связи вот этого нового анонса, который уже полностью переведет их на новое ядро. Но, опять же, вот наши преподаватели, кто ведут разработку, они, естественно, это люди, как правило, сами из разработчиков, которые работают в компаниях как раз по разработке, они очень хорошо это все отслеживают, и как только эти изменения реально будут анонсированы, обязательно это все появится в программе. Могу честно сказать, что иногда у нас программа, я имею в виду то, что заявлено на экране, чуть-чуть
отстает от того, что сам преподаватель делает. Преподаватели у нас практики, они все это все знают. Как это касалось, также это касалось и меня, например, на стандарт перешел Bittrex уже давно, и я уже, соответственно, естественно, в курсах давно давал это. Но вот чтобы это обновить, чтобы это выложить на сайт, занимает какое-то время просто. Поэтому надо быть, не стесняться, если что, позвонить, в конце концов, вот администраторам. Здесь всегда где-то можно найти телефоны и спросить. Чаще всего можно даже с преподавателем связаться, или администратор это сделает, он скажет, на какую сейчас версии ядра, допустим, мы ведем работу вот по этому номеру, да, или когда ближайшее изменение реально выйдет. Преподаватели обычно всегда идут в ногу со временем, то есть они стараются сразу, как только изменения официально вышли, тут же их внедрять. Артем спрашивает, что входит в курс разработки, ну вот, соответственно, на сайте можно подробно посмотреть структуру модулей, но опять же, вот как мы только что, я думаю, вы слышали, вели диалог в связи с изменениями вот этими, не стесняйтесь задавать вопросы, связываться с администраторами, они при необходимости свяжутся с преподавателем. Вот сейчас у нас заявлен Алис Суримович, соответственно, он точно ответит на этот вопрос, что будет именно в курсе. Но всегда, в большинстве случаев, мы работаем на актуальной версии системы. То есть, как строится наш курс? Мы берем прямо с сайта Bittrex виртуальную машину, соответственно, мы ее прямо качаем, прямо вот в тот день, когда идет курс, мы прямо отсюда ее берем, мы ее разворачиваем на VirtualBox. Отсюда же вот из раздела «Скачать» мы берем дистрибутивы, соответственно, вот управление сайтом. Да-да, проходите. Нет, еще буквально 5 минут, не больше. Мы отсюда же берем вот дистрибутивы, то есть в тот день, когда идет курс, мы их скачиваем, разворачиваем в виртуальной машине и работаем с ними. То есть мы никогда не используем какие-то старые версии, чего-то там прошлогодние там, и так далее. То есть ни один курс у нас не идет на каких-то старых редакциях. Поэтому то есть в реальной практике будет всегда использоваться реальный текущий дистрибутив, который выложен на самом сайте Bittrex. Угу. Коллеги, нас уже торопят, спасибо. Да. Еще вопрос. Угу. Необходимо ли вот такой крайности продлевать лицензии? Или все будет работать, даже если не продлевать? За исключением обновления, конечно. Вопрос по поводу обновления, он распространен, но идея довольно простая. У Bittrex, если вы продлеваете в течение месяца после окончания лицензии, у них есть очень хорошая скидка. Продлиться можно за 22% от стоимости лицензии. При этом, если не продляться, то через 3 года, как правило, это по практике я вижу и знаю, все равно возникает неудержимое желание все-таки уже обновиться. Во-первых, количество новых функций, возможностей настолько завораживает, настолько радует, что оставаться в рамках старой редакции уже не хочется. И к моменту, когда вы решаетесь продлиться через 3 года, оказывается, что вам надо заплатить 60% от стоимости лицензии. Получается, что если бы вы продлялись каждый год, или вы продлитесь через 3 года, вы заплатите одну и ту же сумму, только вы 3 года будете жить на актуальной версии, а во втором случае вы просто 3 года будете рисковать, во-первых, безопасностью, во-вторых, у вас не будет изменений, ну, багов, да, устранения, и также новые функции вы не будете получать. Поэтому стратегически, если вы реально собираетесь проект поддерживать долгие годы, выгоднее, просто чисто технически выгоднее продлеваться за вот эти 22%. Тем более, когда есть вот такие вот там предновогодние, допустим, скидки, когда можно продлить лицензию по более низкой цене, соответственно, я думаю, что это выгодно в любом случае. Спасибо.